Всем привет! Хочу сегодня показать, как с помощью программки Pomelo for Skype менять статус цвет. В общем, будет мигать, будет выглядеть оно, собственно, вот так. Посмотрите. Вот. Если видите. Для этого нам нужна, собственно, программка Skype. Вот. И нужна программочка Pomelo. Ее я скину. Соответственно, вместе с этим видео. То есть выглядит оно вот так. Если у вас уже установлен какой-то статус в Skype, как у меня, он сразу же будет отображаться в этой программке. То есть мы выделяем область, выбираем цвет. Синенький стал, да? Выделяем дальше. Выделяем еще, ставим еще один какой-то там цвет и так далее, тому подобное. Вот. После чего, чтобы он был жирный, нажимаем вот сюда. Но он у меня уже сейчас жирный. Подчеркиваем, видите, он у меня уже подчеркнут. То есть нажимаем сюда на подчеркивание. И чтобы он мигал у нас в статусе, нажимаем мигать. После чего мы нажимаем загрузить мод Skype. Нажали. Все. Переходим сюда. Тут будет галочка. Ну, то есть он уже изменился, как вы видите. Первый раз галочка мигает. Еще к этой надписи можно прикрепить ссылку. То есть мы выделяем область, нажимаем ссылка, сюда вводим ссылку. Либо на ваш сайт, либо на любой ресурс, который вы хотите показать. В общем, я не буду сейчас тут ничего писать, но единственное, тут есть один минус, что если вы прикрепите сюда ссылку, цвета, вы не сможете установить цвета, те, которые вы хотите. Ну, то есть, к примеру, посмотрите, да? Оп. Нажмем опять же сюда, загрузить мой Skype. Видите, как вот цвет в той выделенной области изменился. То есть мы сюда можем перейти сейчас, если мы нажмем, но мы никуда не перейдем, соответственно, вы понимаете. То есть, чтобы удалить, видите. Так, чтобы удалить ссылочку ту. Сейчас. Выделяем эту область снова же, нажимаем ссылка. Удалить ссылку. Все. Меняем себе опять цвет, который там себе хотите. И все прекрасно. Понимаете? Всем спасибо за внимание. Еще увидимся.